Ну что, ребят, наступил 21-й год, и пора возвращаться к нашим лиговым гонкам. Что же, с вами Вархаммер, и сегодня у нас начинает, так сказать, открытие этого года ПКТ Лига и этап в Бахрейне. В ПКТ у нас всего осталось 7 этапов, если считать с Бахрейном, после Бахрейна всего лишь 6. И, соответственно, за эти этапы надо набрать как можно больше очков в Кубок Конструкторов, чтобы нас не догнали маклареновцы, и, может быть, мы могли еще догнать каких-нибудь там мерседесов. Ну, если получится. Ладно, будем переходить потихоньку к квалификации. Что же, квалификация прошла на самом деле лучше, чем в Канаде, потому что в Канаде был полный трэш и угар. Об этом вы можете посмотреть видео, которое было в прошлом году, опять же, с ПКТ. И тогда я еще в Б-дивизионе катал, а это вот как раз гонка, когда я именно в А-дивизионе только ездил. Хотя там, да, в Дискорде писали, что типа якобы я там пилот Racing Point в Б-дивизионе, но я тут же написал куратору, что не-не-не, я в этом уже не участвую. Ладно, первый круг коллекционный получился очень и очень дерьмовым, прям вот максимально дерьмовым, насколько можно. Ну, тут сыграло свою роль то, что еще трасса не была прикатанная, я, по сути, выезжал вторым позади Твайлета, который в данный момент едет и ставит время минуты 25 и 3, я такой думаю, ну да, где-то я тут точно зафакапался. Потому что я ставлю лишь минуту 26 и 3, что для меня очень плохо, потому что, ну, персонально лучшее время у меня в тайм-атаке было минута 25 и как раз 3800, где-то так вот. Ну, короче, очень высокая минута 25 и 3, так что, ну, окей, с этим можно было играть, то есть примерно в квалификации у меня должно было быть время там минута 25 и 5. Собственно, второй попыткой я начинаю уже снимать время, которое просрал в первом повороте, точнее даже в связке первого, второго и третьего поворота. Во втором секторе чутка его проигрываю, но тут же начинаю наверстывать и по итогу начинаю приводить очень хорошее время. Ну, конечно, ошибаюсь еще на торможении, из-за этого теряю там одну десятку. Но окей, сейчас моя любимая связка 10-11 поворота в Бахрейне, где легко заблокировать колеса. Но, что самое интересное, как казалось, в принципе, она проходится уже на опыте с большой легкостью. Поворот проходится, самое главное там не закосячить именно выход. То есть его надо сделать как можно быстрым, а не очень медленным. По итогу уже второй сектор потихоньку оканчивается, а я уже везу полсекунды. В принципе, неплохо, но до моего хорошего времени еще можно снять спокойно 3 десятых. И как раз таки я уже планировал их снять где-то ближе к концу квалификации, когда будет трасса максимально накатанная. И когда это можно будет, ну, проще всего сделать за счет свежего софта. Один из софтов я решил еще и оставить, потому что я планировал поехать в два пит-стопа. Но, забегая чутка вперед, скажу то, что стратегия будет немного, ну, поменяется. И узнаете почему. Это уже время гонки. Третья попытка, последняя с прикатанной трассой. Но я уже тогда накосячил так, что уже вез лишь в минус две десятки себе. И плюс еще получил невалидированный круг. Собственно, переходим к старту, гасну красные огни, я очень хорошо срываюсь с места по отношению к Блид Вильямсу и своему напарнику Славе. И мне еще, кстати, везет то, что Слава смещается в центр трассы, что позволит мне по внешней траектории начать атаку сразу на нескольких пилотов. Я прохожу и своего напарника, и также Мерседес один прохожу, и по итогу после первого поворота, даже с пятки первых трех поворотов, выхожу на шестую позицию, Слава выходит на седьмую, и в принципе, как бы, ну, мы командно в плюсе. Слава остался на своей позиции, я отыграл позиции, и теперь моя задача удержаться за впереди идущими пилотами, за Лавранью и Скайфаем, благо мы идем близко друг к другу, то есть, соответственно, самое главное не накосячить где-то на прохождении поворотов. Но, забегая чуть вперед, косячить я, конечно же, буду. Резина уже к этому моменту, даже со старта, была за 10% на каждом колесе, что было не очень и очень хорошо. Соответственно, я начинаю косячить как раз во втором секторе, я очень сильно тормаживаюсь как раз таки в 11-м повороте, из-за чего у меня чуть Слава не врезается, ну, благо не врезался. И я еще отпускаю Лавранью где-то на 30-ке на выходе, потом уже в конце второго сектора начинаю косячить с траектории также, и по итогу мои оппоненты начинают уезжать очень и очень далеко, что для меня, ну, не очень хорошо, не надо как-то к ним приближаться. Ну, благо вот на последнюю прямую выхожу я уже с преимуществом, то есть очень хорошо вышел на нее. И тем самым вам было закрепить за Лавранью, но последний поворот я просто промахиваюсь мимо него и тут же теряю, соответственно, все то, что я отыграл на этой прямой. Переходим к третьему кругу гонки, ДРС разрешается, впереди меня уже начинается
атака Лавранью на Скайфая, что по сути позволяет мне приблизиться к ним. Бок о бок к ним приходит первый поворот. И уже во второй поворот Лавранью выходит вперед. Но Скайфай очень плохо выходит, опять же. Даже с ДРСом я начинаю его тут же нагонять. И я предпринимаю атаку, потому что мне нельзя сейчас было оставаться за Скайфаем. Мне надо пытаться удержаться за Лавранью. Бок о бок мы ходим с ним в четвертый поворот. И в принципе мы очень хорошо ведем с ним борьбу. И уже к пятому повороту я все-таки вхожу впереди и вырываю себе пятую позицию. Меня тут даже снесло на поребрик. Но благо меня не снесло окончательно. И благо мне еще не дали предупреждение за то, что я выехал всеми тремя колесами за белую линию. Теперь задача оставалась следующая. Надо удержаться было за Лавранью, который уже был в секунде от меня. Плюс опять же 11 поворот. Я в нем опять накосячил. И по итогу 11 поворот у меня все равно как был косячен, так и остался. И да, теперь у меня на жопе висит Skyfy. Если я не удержусь за Лавранью в секунде, то у меня будут большущие проблемы на старт-финишной прямой. Хотя я пытаюсь как-то все-таки оторваться от Skyfy. У меня получается почти полсекунды уже сделать отрыв. И в особенности выход на данную прямую я отыгрываю еще 0,2. В принципе, все отлично. Я еще остаюсь в секунде в Лавранью. Соответственно, у меня будет ДРС. Соответственно, моя жопа, так сказать, в безопасности. Но из последнего поворота я тоже как-то очень плохо все время выходил. Все время терял на выходе. К уже шестому кругу я оторвался от Скайфая. Там вроде Слава начал у него атаки. По итогу из этого начал очень сильно как раз таки отставать от меня. Я в свое время потихоньку начинал сокращать дистанцию до Лавранью. Но все равно я сокращал дистанцию, но потом все просирал. Опять же, в конце седьмого круга, опять же, я очень плохо вышел из последнего поворота. Но и на седьмом круге я решаю заехать уже в боксы. Хотя софт, в принципе, еще более-менее неплохо держался. Я очень хорошо держался за ребят. И вот, собственно, на заезде в боксах я думаю все-таки поставить себе место медиума, хард, и пойти просто на стратегию одного пидстопа. Соответственно, просто до конца, а не на стратегию двух пидстопов, как я планировал это изначально. Почему я так решил сделать? Потому что, ну, все-таки мне инженер говорил, то, что они там тестировали. То, что с одним пидстопом там на 2 секунды быстрее, нежели с двумя. Но я подумал, что все-таки ладно, сделаем на верочку и сделаем просто один пидстоп. Да, это будет чуть ранний пидстоп, будет чуть убитие у меня хард, но окей, это пойдет. На девятом, в конце восьмого круга уже заезжают все остальные лидеры. Соответственно, Лавранью выезжает прямо передо мной. Я сделал небольшой такой андеркат по отношению к нему, там отыграл там пару-тройку десяток. Но один минус. Я хард вообще никак не испытывал даже против ботов в Бахрейне, я поэтому не знал, как он себя ведет. Я лишь предполагал, что он ведет себя как полное говно, и, в принципе, мои предположения оказались верны. Потому что попадать мне первые три круга было очень сложно в повороты, потом уже более-менее я как-то вкатился в этот момент. Ну и пытаюсь, соответственно, вот удержаться за Лавранью, но по итогу начинаю терять на разгонах очень много времени. Вот даже сейчас я потерял буквально 150 тысячных на разгоне, потом в 11 повороте начинаю терять также время. Ну и по итогу я начинаю понимать то, что, ну, я немного в жопе. Но буду честен, то, что был бы я на стратегии двух пидстопов, скорее всего, я был бы в еще большей жопе, чем нежели сейчас. Вот. Хотя, может быть, все-таки, да, я, может быть, прошел бы Лавранью и впереди идущих пилотов, и потом бы откатился на пидстопе, но, в общем, я решил именно поступить верным путем, потому что мне не хотелось очень сильно рисковать своей позицией, поскольку пятая позиция — это хорошая позиция для нас, это 10 очков в купе конструкторов, и надо хоть что-то довести до конца, а не 1-2 очка там на 10-9 позиции из-за двух пидстопов. Ну и, собственно, вот, заканчивается 9 круг, и Лавранью потихоньку от меня отрывается. Skyfy также, который заезжал прямо за мной, меня догнал, потому что я чуть там замешкался на пидстопе, уже между нами там 1.5 секунды, но его в свою очередь проходит Тарабукин, он же Зейдерс. У нас пилоты Mercedes решили прикольнуться и поставить некий очень быстрых пилотов. Зейдерс у нас был Тарабукиным, а Снежок был Нападовским. Ну, правда, да, темп показал, кто есть кто. Вот, ну и что же, Зейдерс начинал уже потихоньку ко мне приближаться, он был на софтах, я понимал то, что бороться с ним нет никакого смысла, мне проще будет просто пустить где-нибудь, и пущай он едет прямо, я пытаюсь как-то просто за ним удержаться. На 10-м кругу я совершаю ошибку на разгоне в 8-м повороте, что мне стоит, соответственно, ДРС от Лавранью, ну и я окончательно просто теряю все, что можно по отношению к Лавранью, он уезжает уже на секунду и 0.3. Зейдерс меня догнал, и я его тут же пускаю, пускай он едет дальше, я не буду
пытаться бороться с ним, потому что, ну, я буду лишь терять время, к нам подъедет Sky-Fi, и у меня будут просто большие проблемы, когда Zaydrs меня уже проедет. Ну и все, после этого момента гонку можно, я ехал в мыслях о том, что мне надо просто держать отрыв от Sky-Fi, ну и Суворкина, в этот момент он был уже впереди Sky-Fi, но опять же ему тоже предстоял пит-стоп. Zaydrs на 17-м кругу заехал, в начале 17-го, и он едет очень далеко теперь, вот вы можете видеть на мини-карте, сизую точку, которая только заходит в последний поворот, это был Zaydrs. Я примерно представлял, что я вот где-то на этом месте должен был тоже оказаться после своего второго пит-стопа, если бы я перешел на софт. Возможно, я где-нибудь отыгрался, но не так сильно я смог бы отыграться, и по итогу, скорее, больше проиграл бы. Но, ладно, с 27-го круга у нас начинается экшон, у нас начинает потихоньку подкатывать Sky-Fi, у меня уже убитый хард, у него, по идее, он должен быть также убитый, но, возможно, он все-таки где-то смог его сэкономить. И, соответственно, сейчас едет чуть быстрее, чем я, и он начинает потихоньку въезжать в секунду. Моя теперь максимальная задача была сохранить этот отрыв в секунду и не дать ему въехать. На крайняк наэкономить как можно больше ЕРС, чтобы на последнем кругу отчаянно обороняться и оставить эту пятую позицию. Из 11-го поворота я выхожу криво и меня сносит, но благо не было ДРС в этот момент у Sky-Fi, но... Это дает вам возможность его получить уже на старт с финишной прямой, что немножко хреновее даже, чем это было бы на обратной прямой, которая короче все-таки старт-финиш. Но я понимал, кстати, то, что в начале третьего сектора в данном повороте я могу сделать хороший выход, потому что Sky-Fi он у него не получался очень хорошо, и может быть оторвусь от него и выкину из ДРС, но я вижу то, что я не смог это сделать, оставил его в 80-х, но в принципе окей, это еще более-менее нормальный разрыв. Скорее всего, у него батарейки уже нету, потому что он пытался меня как можно быстрее догнать. Позади нас, кстати, также еще ехал в этот момент Снежок, вот этот вот товарищ на Подовском. И, как можно заметить, он очень быстро нас догонял. Между нами было в начале круга где-то 2 секунды, 2 с чем-то, а сейчас уже только лишь секунда. И в данный момент он получает ДРС от Sky-Fi, что как бы... Не очень для меня хорошо, потому что если они оба меня догонят, то, соответственно, я, скорее всего, потеряю аж 2 позиции. И теперь моя задача на последних двух кругах была это попытаться удержаться там в полсекундах от Sky-Fi и надеяться на то, что Снежок подъедет к Sky-Fi как можно близко и начнет его уже атаковать. И как бы они на меня забьют, я спокойно там выживу и останусь на своей пятой позиции. В принципе, Sky-Fi начинает потихоньку ошибаться, я начинаю отрываться даже от него уже почти 9 десятых в середине второго сектора. Самое главное, не закосячить 11-й поворот. Но, опять же, более-менее я его прошел, по итогу почти 9 десятых, но Sky-Fi имеет ДРС, и чутка он все-таки отыгрывает на прямой. Я теперь пытаюсь экономить по максимуму ЕРС, чтобы на последнем кругу у меня было хотя бы 30 с чем-то процентов, и у меня была возможность на прямых как-то, ну, уезжать. В этот момент уже резина была с левой стороны где-то 75%. До прокола еще более-менее время есть, соответственно, ну, что-то можно использовать по резине. Sky-Fi в этот момент уже потихоньку подпускает к себе Снежка, уже между ними 4 десятых. И что на самом деле очень хорошо для меня, потому что Снежок ближе, чем Sky-Fi ко мне. И, соответственно, скорее всего, Снежок будет уже атаковать Sky-Fi на этом кругу. Мне лишь остается только удержаться от них там в полсекунды, чтобы я еще не попал под раздачу пиздюлей. В первый поворот более-менее неплохо вхожу. Ну как, ну так, более-менее на чем есть еще вхожу по резине. На вторую прямую используется много ЕРС, уже его меньше 10%, но я понимаю, что и у Sky-Fi его тоже нету, потому что он тоже как бы хочет меня и догнать, и ему приходится обороняться, и как бы да, у него патовая ситуация, так сказать. И, кстати, вот, во втором секторе меня начал догонять, но, похоже, где-то все-таки ошибся, и я все-таки полсекунды опять начал держать отрыв между мной и Sky-Fi. Как бы полтрассы теперь позади, остается лишь вторая половина трассы, где мне самое главное не накосячить на двух оставшихся прямых. В этот момент уже полсекунды как бы туда-сюда отрыв еще есть. Я использую часть ЕРС на разгоне, чтобы чуть оторваться. И у меня даже это получается. И при этом Снежок уже в 1/10 от Sky-Fi. И скорее всего у них уже начинается там активная борьба. И все. В этот момент я понимаю то, что моя жопа в полностью безопасности, потому что... Sky-Fi теперь будет под атаками Снежка, и я в этот момент просто могу ехать спокойно на своей пятой позиции до финиша, потому что, ну, мне ничего не будет угрожать. Это уже там они будут между собой разбираться. Ну и, собственно, да, там видно уже по дельте то, что начинается там атака как раз-таки Снежка, но
по итогу атака это не удалась, и Скайфай остался на 6-й позиции, я остался самым главным на 5-й позиции. Да. Ну и что же, послушаем комментарии после моей гонки. Ну, выше было приехать сложно, будем скажем. Ну да, блин, конечно, на харды это то еще говнище. Я, конечно, думал, что это говно, но чтоб настолько. Нет, посмотри, там люди, которые в 2 едут. Ну да, там вообще в жопе мира. Да, поэтому, ну, это реально было лучше. Да, мы с инженером еще обсудили тенденцию, что все-таки, да, хорошо, что я именно принял такое решение по стратегии, а не в 2 пит-стопа. Но я сейчас понимаю то, что возможно стоило рискнуть, потому что, скорее всего, я бы объехал бы Лавранио Твайлайта, может быть, еще до лидеров каких-нибудь доехал бы, ну, может быть, опять же. Но, ладно, после 40 пит-стопа, может, я реально провалился бы очень и очень далеко, кто, так сказать, знает. В принципе, этап получился таким, так сказать, спокойным, потому что большая часть трассы я просто ехал держать там отрыв от Skyfire. Мне немного напомнил даже Испанию, когда я также от Гридена ехал в большую часть гонки, просто держа отрыв от него, и все. На этом вся гонка моя тогда и заключалась. Вот, как-то так у нас начинается новый, так сказать, 21 год в формуле. Опять же, остается у нас 6 этапов, каждую субботу мы будем ездить по новому этапу, так что, ребят, подписывайтесь обязательно на канал, вступай в группу ВКонтакте, чтобы не пропускать анонсы грядущих стримов. Ну а на этом все, с вами был Вархаммер, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до скорых встреч, ребят, пока-пока и удачи. Ладно, все, всем пока. Все, да, пока.